остальные на машинках, кстати, прикрывать. Вот эти машинки, там у них тоже есть машинки. Спитер, может ты нам танк заспавнишь? Я могу его заспавнить. Ну хоть тут АЦОшку и то радует поставить. Паша. Носит, давай носит поплывем. Поехавшие. Паша, угаси. Парни, а давайте прикатим танк Рилли, не будем стрелять. Давайте просто поставить. Паша, спань каждому танк. Это спитер, не я. Физику армор про этот самый распределяет. Да не, ты 50 человек закнул и вот. Че у меня на куле снаряды спавнится, я не помню. Тут надо этот самый. Ты хочешь тем самым что? Мне нравится. Если они хотят атаковать, я пишу, ТПС сломаю просто. У меня и так 25. Ты раскинь фан посреди города, где есть. Думаю, на них заспавнить ГБУшки, прям на этих двоих. Не на них заспавни, на моем. Кассетный снаряд. А у меня получается как-то, я не понимаю, они спавнятся не по камере, а как-то по... На моем трупе, заставь. Можешь, по идее, на трупе заспавнить. Обои сразу. Или молнии бахнуть. Один двоечник против другого. Восстание. Сиделки. Ждалки. Напиши, чтобы атаковали. Тот крыса, я ему уже писал. Тактика БЕ. Ну. Сейчас я попытаюсь заспавнить ГБУшки, не знаю, может взорвет их, может их убьет. Проверяем. Что тот лежит боком, что тот лежит боком. Антон бежит, кстати. Антон, кстати, был ближе и выжил. Лол.